Это Дарая, пригород Дамаска, захватив который, боевики рассказывали о том, что они вошли в Дамаск. Город очищен большей частью. Остался маленький кусочек на юге, который практически превращен в фабрику по истреблению постоянно поступающих туда пополнений боевиков. В том числе с той целью, чтобы остальные регионы и районы Сирии не превращать вот примерно в такое же зрелище, какое сейчас является Дарая. В общем, такая вполне сознательная, я бы сказал, грамотная тактика. Перемалывают здесь каждый день. Вот это здесь школа есть. Где был бункер для боевиков, укрытие, бестолковое, и командный бункер. Освобождено от них. Мы сейчас зайдем, посмотрим. Ну что, может, мы все-таки подойдем куда-то поближе? Почти. Ну я еще хуже. Дальше. Где они остались-то? А несколько... Ну их стеснили, последний квадрат там, вперед еще. На юге, да? Да. Здесь есть мина, говорит. Где? Где-то здесь должна быть мина. Ну тогда мина должна стоять с растяжкой. Кто же мина без растяжки стоит? А вот здесь очень хорошо растяжки, кстати, путать в этих самых. Ты не трогай, то мы сейчас залетим куда-нибудь. Так, давай. Да, может быть, вот он. Также Михаил Леонтьев и его товарищи обнаружили самодельное взрывное устройство весом около 100 килограмм. Оставленное террористами. Стандартное взрывное устройство. Вот от него шнурок тянется. Куда он тянется и зачем, непонятно. Лучше не дергать за шнурок. На всякий случай. Вот. Милая вещь. Немедленно были предприняты попытки ликвидации данного СВУ. К сожалению, в ночное время суток саперы боевиков имеют возможность просачиваться сквозь линию фронта и оставлять мины. В то же время сегодня вглубь позиции сирийской армии прорвались снайперы боевиков, которые несколько раз обстреляли позиции военных. Вот одна из крайних точек, вот эта улица уже простреливается, туда ходить не рекомендуется, завтра же можно будет ходить. Михаил Леонтьев, Марат Мусин, Виктор Кузнецов, Дмитрий Ершов, информационное агентство «Анонимус».